Сдав кровь один раз, можно спасти 3 жизни. Процедура длится всего 5-7 минут. За это время донор сдает 450 мл крови, плюс 3 вот такие пробирки для дальнейшего исследования в лабораторных условиях на инфекции. Волонтер акции «Мы вместе» Анастасия Шипилова сдает кровь впервые. Говорит, приятно понимать, что может спасти чью-то жизнь. Я буду рада, если я кому-то помогу. Но самое главное не смотреть на этот процесс и все. Мне надо туда пройти. Голова мне кружилась. Надеюсь, что кому-то помогу. Пополнили запасы станции около 40 волонтеров акции «Мы вместе». Сдать кровь может любой здоровый человек, но есть лимит. Женщины 4 раза в год, мужчины 5. За 2 дня до процедуры нужно отказаться от употребления алкоголя и тяжелой жирной пищи. В день процедуры нужно позавтракать и обязательно взять с собой паспорт. Мы рады любому количеству, потому что донора и донорская кровь, она бесценна. И особенно сейчас, когда непростая все-таки ситуация, мы ждем всех. В Самарской области проводят около 300 переливаний компонентов крови в сутки. Подробную информацию, как стать донором, можно посмотреть на сайте службы крови, указанном на экране. Записаться на сдачу крови можно, отправив заявку на почту, которая указана на экране. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.